работали ребятки, почти не брали взятки, старались для народа своего. И вдруг настали две двадцатки, случились непонятки, уволили их всех до одного. Димон, ну что же ты, камон, зарплату в миллион не ты ли получал? Живет и держится народ, надеется и ждет, что нам наобещал. Димон, куда же ты, камон, вопрос на миллион, когда уж заживем? Идет, идет за годом год, мы верили и вот, ну, снова подождем. Мы чудо подождем, конечно, подождем.